А что, так жарко, что ты спряталась? На улице жара. А Колька в футболочке? Бабушка в футболке, сама бы запарилась. После дождика позеленела травка. Сегодня 11 октября. И мы идем в поход. Отошли от дачи немного и хотим нарвать боярышника, терна и, наверное, шиповник еще должен быть. Это все растет в наших краях. Никого на речке, только одни рыбаки. Погодка чудесная. Футболочки Коля идет. Речка тихая-тихая, вода холодная, но красота какая. Пойдем. Ну как? Терпкий, но он красивый, такой крупный. Сейчас нарвем. Ух ты, какой красивый. Плоды терна в настоящее время используют в качестве закрепляющего и противопоносного средства при отравлениях и расстройстве кишечника. Но тут нельзя кушать косточку. Запомните это, потому что в косточке есть синильная кислота. И даже когда вы делаете какое-то варенье, настойки, какие-то наливочки, обязательно вымейте косточку, потому что не надо, чтобы косточка вот настаивалась в воде. Ну, а также еще полезны цветки, кора. У нас в Украине очень много растет терна, такие прям заросли его. И вот в октябре месяце мы ходим собирать глед, боярышник, вернее, можно сказать, еще терны, шиповники. Ну, надо где-то ехать в другое место, где еще не собрали. А когда мы тут пришли, то тут уже кто-то опередил нас, и мы буквально грамм 200-300 нарвали. Ну, просто, наверное, сварим дома компотик. Ну, вот такие вот свойства такого лечебного терна, с которого можно очень много что приготовить. Все, всем пока!